Люди, которым не повезло с едой. Девушка купила вкусные пирожные с шоколадной начинкой, но когда она их открыла, там шоколада так и не оказалось. На этом фото чувствуется прям боль с экрана. Люди пролили суп прямо в салоне своего автомобиля. Очень долго придется чистить и убирать это. Девушка заказала себе классную пиццу с сыром, но когда она открыла коробку, вся начинка оказалась на коробке сверху. Парень купил большую булку хлеба, но когда он ее разрезал, половина булки была пустой. Для чего нужны эти вещи? Металлические заклепки на джинсах. Многие не знают, для чего они нужны. Оказывается, они укрепляют карманы. Потому что раньше джинсы были рабочей одеждой, и в карманы ложили инструменты. И одежда рвалась, а с заклепками все стало прочнее. Выступы на клавиатуре F и G. Они помогают находить правильное расположение рук, не глядя на клавиатуру, а лишь касаясь ее. Три факта про школу. Норвежским ученикам до 8 класса не ставят оценки. Страны СНГ стоят на первом месте по зубрежке. В Америке, Южной Корее и Китае можно кушать доширак во время урока. Что будет, если отказаться от сахара на долгое время? Вскоре у тебя улучшится память, и ты будешь чувствовать сахар во всех продуктах и думать, как же ты мог раньше подсахаривать любые продукты. Ты можешь похудеть более чем на 10 килограмм. Твоя кожа станет более чистой. Твое настроение будет более улучшенным, и ты не будешь зависеть от сахара.